Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня покажу вам, как не получать урон от падения в Майнкрафте PlayStation. Ну что ж, как видите, здесь у меня построены две, так сказать, невысоких башни, с которых мы будем прыгать. Ну что ж, давайте попробуем прыгнуть. Чтобы наш секрет работал, нам придется, во-первых, выйти в главное меню. И в главное меню нам выйти прямо при таком моменте, когда мы уже, можно сказать, почти приземлились. Как видите, я получил урон в размере половины сердца. Ну, теперь давайте испробуем этот секрет уже на высокой башне. И я вам докажу, что секрет и вправду работает. Ну, или секрет, или факт. Так, прыгаем и быстро выходим. Но, если честно, я думал, я сейчас разобьюсь. Но нет, я не получил нисколечки урона, что доказывает, что секрет... Ну, почему я называю секрет, но просто так нравится. Он работает. Давайте я вам покажу еще раз. Довольно забавная штука. Ну, сейчас, наверное, мы получим урон. Нет, смотрите, мы не получили урон. Так что это все очень классно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.